Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я встречаюсь со своей подругой Кэти. Мы хотим поехать сегодня в парк искусств Музеон. Будет очень весело, не переключайтесь, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, поехали! Друзья, ну что, я уже в метро, жду Кэти. Кэти немножко задерживается, как всегда. В этот раз она сушит волосы. Вот, ну что, будем ждать Кэти. Друзья, ну что, приехала Кэти. Как всегда, она не хочет сниматься. Ну, покажись, чуть-чуть. Покажись. Скажи всем привет. Друзья, ну что, мы вышли из метро. Сейчас будем искать, в какую сторону нам идти. Кэти, в принципе, знает. Она там уже пару раз была. Она очень стесняется камеры, вот, не хочет сниматься. Ну ничего, я подкараулю, я вам ее обязательно покажу. Вот, ой, какая красивая церковь, смотрите. Красота, смотри какая, да, архитектура. Вау. Там, там... О, еще и Ленин там, смотрите. Ленин, память Ленина. Вау, красивая церковь. Вон она идет. Друзья, мимо проходили парк Горького. Смотрите, какая красота. Там вот скворечники такие вот висят красивые, яркие. Это вот главный вход в парк Горького. Там вот река Москва, там вот с той стороны. Вот. Реконструкция, часть входа идет. Сегодня такая шикарная погода. Очень тепло. А вот здесь, вот на противоположной стороне, филиал Третьяковской галереи. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот это здание. Филиал Третьяковской галереи. Пойдем когда-нибудь. Все, идем, идем. Друзья, пришли в музей, но тут какие-то вот тоже съемки идут. А это вот сам Музеон. Еще туда зайдем и буду делать видео. А Кэти куда-то уже убежала. Вон идет. Вон. Сейчас будет орать. Кэти! Ну ладно, короче, это будем сейчас ходить. Не переключайтесь, друзья. Какие красивые статуи здесь стоят при входе в Музеон. Какой-то памятник, наверное. С другой стороны, как эти описания. Так. Пам-парам-пам-пам. Мир Земле. Памятник называется «Мир Земли». Давай. Сейчас там еще вот один памятник какой-то. «Мир Земли». Пока сейчас везде война. Точно, подожди. Вот еще какой-то памятник. Кэти ругается на меня, не хочет сниматься. Какая красивая скульптура. Вот, смотрите. Это все при входе в Музеон. Сейчас покажу вам обзор, где я нахожусь. Вон там небоскребы, Москва-Сити. Вот. Вот. Так, буду фотографировать Кэти. Ладно. Друзья, ну вот пошли скульптуры. Этот Музеон, это такой парк. Вот, и в нем стоят такие вот скульптуры различные. Это как музей под открытым небом. Вот.
там еще стоит скульптура. А вот песня о мире. А там... Так, там «Требуй мир». «Требуй мир» называется. Вау, что я вижу, Кэти? Так, это что за скульптура? Просто скульптура и все. Девочка такая красивая стоит. Растет. Вау, как красиво, Кэти, смотри. Смотри, да, и... Вау. Там еще памятник стоит. А это кому памятник, Кэти? Я не вижу, да, я тоже не вижу. Кто тебя спрашивает? Там Максим Горький. Так. Такой вот парк. Там Кэти фотографируется. Сюда, сюда? Сюда, вот где много скульптур. Угу. А они это подлинники или что это такое? Конечно. Подлинники. Сегодня такая хорошая погода, теплая прям. Вроде бы солнца нет, но тепло. Кэть, ну где ты? Так, девушка с мячом. Схватка со львом, пожалуйста, вот скульптура. Так, дива, лебедь. Современное искусство. Современное искусство, видите, подсказывает. Полет. Так, это... Я не знаю, что это такое. Так, это... Григорий Фаэт, Иов, и все, больше ничего не написано. Ожидание. Девушка ожидает. Ой, ангелочек. Крылатый ангел, вдохновение. Ангелочек. Ангелочек. Так, это тоже какая-то скульптура. Ой, смотри, как прикольно. Камень, да, и на нем еще камень. Тетенька грубо. Пухла. А это что? Смотри. О, боже, Кэти. Ой, какая красивая скульптура. Так. Вот мужчина. Часть мужчины. Тут много здесь. Это Василий Блаженный. Кэти, ты где? Так, это патриарх Московский Тихон. Вот она, вот она, вот она. Часы раздун. Где? Вау! Моя любимая. Смотри, как он грустнявский. Верно. Прикольный вид. Сфоткай меня рядом, пожалуйста. Да, сейчас. Только красиво, Денис. Да. Так, это у нас символический камень. Так, это сон лошадка. Это каменный блюз. Рядами. Стоят скульптуры, много, различные скульптуры. Красивая скульптура.
приходите, друзья, сюда гулять, отдыхать. Очень здесь весело. Очень много скульптур, очень. Все вам, к сожалению, не смогу показать. Вау, видите, там еще стоят скульптуры. Еще чуть-чуть покажу вам скульптуры. Прям их очень много. Хочется прям все. Да, хочется все показать. Некоторые, наверное, уже по два раза пошли, но ничего страшного. Такая дама красивая. Вот это. Ой, Пушкин, смотри. Так, вот тут тоже что-то красивенькое. Это такой? Вон дама красивая, смотри. Да-да-да. Давай, мы уже про каком? 505-й круг. Подожди, вот красивая девушка. Ой, рыба, ты видела рыбку? Вот рыбка. Это единорог вроде бы. Ой, даму-то зачем так поставили? Так, ладно, пойдемте на другую территорию. Парком. Ой, мне прям не отпускает это место. Какое оно красивое, а? Прям сколько много их. Странно, что тут не было. Не было вообще. Друзья, памятник жертвам тоталитарного режима. Смотрите, какой ужас. Лица. Камни, это вот на камнях лица. Сейчас вам покажу. Ужас. Вот памятник. Вот еще стоит какой-то памятник. Я не знаю, надо почитать. Кому это Максим Павел. Это кто это, Кэти? Свердлов? Да. Угу. Ну, тут такие вот тоже вот стоят маленькие. В основном такие вот маленькие стоят скульптуры. Такие маленькие. Такие вот здесь маленькие стоят. Скульптурки, надписи никаких нет. Ну, какой прикольный, глазастый. Вот еще памятники, скульптуры. Слепой. Вот скульптура слепой. Так, вот там еще есть какой-то памятник или скульптура. Так, это куб. Просто куб. Ну, это вы знаете. Кто? Ленин. Вот там много их, короче. Много-много памятников. Так. Ой, боже, смотри. Сейчас покажу. Собирающие камни называется. Это что делает? Возвращение блудного сына. Сушедший ват. Боже.
Ой, какая милая дама, посмотри, Кать. Ожидание. Она ожидает. Красиво, да, сделали? А мы туда пойдем, и да, вот к Петру, да, да, да. Петру Первому. Смотрите, как красиво. Так, пойдемте дальше. Ой, там птички дерутся. Птички, птички. Какой красивый памятник. Это памятник же, да? Скульптура красивая. Какая красивая скульптура, ребят, смотрите. Называются туфельки. Ну, какая девочка маленькая. Мамины туфельки одела. Так. А пойдем посмотрим тот памятник. Вот. Что-то там руки торчат. Сейчас вам покажу. Ой, боже, какое страшилище. Что, мальчик маленький? Ой, девочка, смотри, сейчас покажу. Просто девочка. С цаплей, наверное, это. С цаплей. Так, вот мальчик. Ребеночек. Это материнство называется. Скульптура материнства. Рзает, да, по-моему, там? Посмотрите, какая красота. Да, это Рзаев. Называется скульптура Реквием. Вот эта вот скульптура так называется. Так, это называется скульптура Поцелуй. Так, а это беженцы. Беженцы. Это Ева. Скульптура Ева. Кэти фотографируется. Памятник. Все ближе и ближе к нам. Мы к нему идем. Вау. Какая красота. Ну, я же... Я везде должен быть, и в кадре, и не в кадре. Посмотрите, какая красивая скульптура. Очень красиво сделано. Тут березка рядом стоит. Березка. И вот среди березок стоит... Памятник оленей. Очень красиво. Тоже скульптура. Сон называется, Балашов. Это вот весь парк. Кафешка там. Очень много людей сегодня отдыхают в парке. А мы все идем к Петру Первому. Ближе и ближе. Москва, река протекает. Вот там вот. О, теплоход стоит. Ой, как круто. Ой, смотрите, цветочки расцвели уже. Что это за цветы такие? Ой, шмель. Красивый памятник, памятник, друзья. Большой. Рядышком вот собор. Как храм Христа Спасителя. Вот. Мы пришли к памятнику практически. Это центр Москвы. Людей сегодня куча. Сейчас я вам покажу. Вид.
Вам плохо видно, свечивает. Так, друзья, ну что, пойдемте дальше. Какой же он красивый все же, фонтаны, смотрите. Подсвечивается ночью, подсказывает. Эти. Это вот Москва. Это Красный Октябрь. Собор вдалеке. Друзья, мы присели мы на скамеечку напротив памятника. Отдыхаем. По идее, они такие спокойные, как мать. Сидим, разговариваем вот, на всякие различные темы. Кэти. Вот такая красота нас окружает, как в Европе. Люди отдыхают с собачками, с кошками. Друзья, президент отеля вот стоит напротив парка. И там церквушка еще рядышком стоит. Вот там не видно за деревьями. Сейчас. Вот, ну чуть-чуть видно так. Церковь стоит. Жалко, не видно, блин, за деревьями. Вот, теперь здесь видно. Ну ладно, не надо плакать. Чего ты меня не можешь нормально сказать? Как, неправда? Да? Ты видел? Ты вот нагло это? Врешь. Вот это, да, низкий. Короче, мы сейчас тут, смотри, людей нету. Угу. Мы сейчас тут... А, ты смотришь. Смотри, как красиво, смотри. Да? Все, давай. Все. Друзья, проходим, значит, аллею. Лица известных людей, друзья. Так, это кто? По-английски я не умею читать. Дальше идем. Это Эйнштейн. Кто-то не хочет отряда. Так, это Островский. Это женский портрет просто. Это Фрунзе. Тихомирова. Данилин. Портрет старика. Так, рабочий паренек. Так, потом Свердлов. Вот Свердлов. Минкнер. Петр Первый. Вот они стоят здесь. Целая аллея. Посмотрите, какая красивая аллея. Проходим такую красивую аллею. Такая вот площадка вот здесь вот. Кэти прячется, все прячется. Какой-то домик. Что там написано? Микростудия написано. Такая вот площадка. Тут дом элитный стоит. Там гостиница вот напротив. Красота. Очень много сегодня людей. Даже Кэти удивлена. Так, друзья, вот проходим мимо скульптуры. Дон Кихот, значит, автор Силис Эн Ам. Как-то так. Привет. Вау, какие красивые.
Привет. И собачки гуляют. Привет. Получилось? Да, спасибо. Собачки гуляют. Люблю таких маленьких собачек. Друзья, так у меня скульптуры танцующие называется. Автор Тарас Левко. Вот такие вот дамы. Прикольные. Танцуют. Посмотрите, как красиво сделали. Такие штучки вот на деревьях висят. Не знаю, что это такое. Кэй, ты знаешь, что это такое? Типа, может, шара какого-то? Типа, они ночью светятся, наверное? Да, наверное. Я думаю, да. Такое вот здание красивое еще здесь стоит. Какой красивый ландшафтный дизайн. Мы не будем снимать. Какой красивый ландшафтный дизайн. Как красиво сделали. Ой, собачка какая маленькая, какая красивая. Одели. Замерзла. Привет, привет. Ой. Как тебя звать? Беги к маме. Беги. Побежала. Заходим в Третьяковскую галерею, в филиал. Он находится на территории музеона. Вот. И там такая очередь. Да. Вау. Заходим, друзья. Не знаю. Друзья, посмотрите, какая люстра красивая. Какая большая люстра. Офигеть. Вау. Как пирамида египетская. И маленькая, он там здесь большая. Целый такой ряд. Хорошо. Такие колонны. Блин, как красиво. Так, мы идем дальше, друзья. Купили 8 билеты. Один билет стоит 400 рублей на взрослого. Есть различные скидки для пенсионеров, для инвалидов. Здесь представлено искусство 20 века. Потому что вот той, uh-huh. которой мы были до этого, uh-huh. русское искусство в основном, а тут uh-huh. много разных. Ну да. Ну, в общем, пойдемте там. Вот это лестница, красиво. Ой, как красиво сделано, как будто вот картины, да? А, да, кстати, вот так когда смотришь. Вот так смотришь, когда. Так, там картины. Люди идут. Не видно на камере. Ну, что, короче, смысл понять. Контроль билета. Да, можно билет. Ага. Билет не в России. Не буду. Спасибо. Так. Порвали нам билетик. Роял. Вау. О, рояль красная. Модерн. Искусство 20 века, модерн. Боже, Денис, у меня аж ноги трясутся, здравствуйте. Как красиво. Сань, тебя буду фотографировать. Так, где ничего получится. Красиво, смотрите, рояль, тут наша культура какая-то. И Кэти стоит. Денис, а в том, что музей, что ты будешь? Так, идем в искусство, значит, 20 века. Так, друзья, проходит здесь выставка. Художника Гилия Куршева. Вот здесь вот налево, и там вот выставка. Там видео снимать нельзя, к сожалению. Друзья, вот вторая рояль. Такой чудный рояль. Там что-то написано. Пожалуйста, не трогайте концертный рояль. Красота. Вот под лестницей такая оранжерея. Посмотри, сколько много цветов. Папоротник, молотное растение. Ой, как красиво. Вау, какая красивая картина. Гончарова, НС, 1800.
красиво. Какие яркие картины. Так, это Гончарова все. Это ты, это женщина с фруктами. Там еще куча всего, хватит это снимать. Ну подожди, интересно же. Ларионов это. Очень красивая картина. Так, это... Что там написано? А? Вот это красиво. Так. Типа я такая случайно в кадре, да? Волны на отдыхе. Вот это красиво. Волнички. Пошли. Так, это провинциальный франт Ларионов. Тебе не нравится? Это просто у нас есть хобби. Она тоже пишет картины. Голова быка. Так, Гончаров. Зима, сбор хвороста. Что тебе не нравится? Пошли, я туда пойду. Так, идем дальше. Другой зал. Так, это розовые цветы на черном фоне. Натюрморт с бутылкой. Смотри, какая картина красивая. Да.
общем, шикарно. Это мы находимся в филиале Третьяковской галереи. Хотя опять на меня ругаются. Как красиво. Ты знаешь? Марк шагал. Над городом. Это подлинник? Ты прикинь? Чё, реально? Охренеть. Вообще, я даже не ожидала, на самом деле, что он здесь. Вот это да. Реально, да? Квадрат Малевича. Чёрный квадрат. Денис, выключай. Ну, я не верю. Это реально. Если было бы написано, что это... Было бы написано. Да, пишут, что это как бы репродукция. Угу. А когда оригинал, вот типа, охренеть. Сфоткаешь меня. Сейчас, подожди. Так, продолжаю. Ходить по выставке. Это уже... Вау, мы зашли в какой-то павильон, и тут авангард, вот мне подсказывает Кэти. Это что? Тут по-английски все. Ой, как красиво. Как красиво. Это все из дерева сделано, наверное. Какие-то штуки различные. Не знаю, что это такое, из железа сделано. Очень красиво. Сейчас я вам скажу, что это такое. Инсталляция, реконструкция выставки «Обмаху» в 1921 году. Автор концепции проекта реконструкции исполнения. Так, В.В. Калейчук.
коллекция фонда «Новый». Вот как-то так. Вот такая вот коллекция. Тут вот рояль. Катя, привет. А что, здесь можно поиграть? Проходим, друзья, рабочий клуб. Вот здесь вот, значит, играли, там рисовали, читали. В общем, как-то так. Рабочий клуб. Вон библиотека там. Так, красная комната, короче. Пошли дальше. Друзья, вот картина, которая на моем билете нарисована. Вот здесь она вот вживую висит. Красивая картина, да? Яркая такая. Покидаем мы уже музеон. Проходим сейчас Третьяковскую галерею. Филиал. Погуляли мы очень хорошо, насыщенно. Надеюсь, вам понравится наше видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Все, всем пока-пока.